Проблемы с утоплением в 5 красноярских домах были выявлены в ходе горячей линии с главой центрального района Дмитрием Дмитриевым. Жители города беспокоят перебои с подачей тепла. Кроме того, некоторые красноярцы жалуются на холод в квартирах. По словам Дмитриева, заслуживают особого внимания дома на Сурикова 54 и Маркса 92. Проблемы с отоплением в этих зданиях будут решены в ближайшее время. Кроме того, на горячую линию звонили жители других районов города. Их жалобы уже переданы в местные администрации на рассмотрение. У меня, как правило, каждый, ну вот планирую так, что каждую последнюю неделю месяца я провожу такие горячие линии. Просто вот в этот месяц она еще совпала вот с таким понижением температуры. Это дает возможность жителям позвонить напрямую руководителю администрации и пожаловаться, ну, во-первых, обозначить свою проблему.